В состав супа харчо постного входит рис, картофель, лук, чеснок, орехи, томаты. Харчо обильно украшается зеленью, он просто благоухает кисленькими томатами и острым чесночком, пальчики оближите. Как приготовить харчо постный? 1. Картофель промойте, выложите в кастрюлю, залейте водой и отварите в мундире до готовности. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Ставим лайк и подписываемся. Ингредиенты. Картошка 2 штуки, рис 1/2 стакана, лук 2 штуки, чеснок 3-4 зубчиков, томатное пюре 1/2 стакана, масло растительное 2-3 столовые ложек, морковь 1 штука, базилик по вкусу, орехи грецкие измельченные 3-4 столовые ложек, соль, перец по вкусу, количество порций 3-4. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. Заходите снова.